Как же болит башка. Волшебник, я П-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Эй, перчатка. Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Помогите! Кто? Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он... прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А, чтоб тебя! У нас 30 секунд! Двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Работает! Иди сюда, громила! Иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот
Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два дня мне покой не давали. Получите. Чтоб вас собаки драли. Черт. А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Вот вляпался, блядь. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда Аргенту. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий, занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Помогите! Поверните веки! Дверь откроется! Это что еще за хрень? Ну, держи руку! Держись, держись! Позвольте совет. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений.
Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает ему исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Включила, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу, и не товарищи... Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Тетя Муравьева, а баба Зина? Не велено вас пропускать, товарищ... Баб Зина, ну распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня... Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не включаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Перчатка. Храс, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, что тот куст переместился. Ваня! Ваня!